Велика ли опасность? В ходе выполнения работ по капремонту фасада в доме 31А на Комсомольском проспекте подрядная организация обнаружила трещины в кирпичной кладке стены. Прошло срочное выездное совещание с участием чиновников администрации города и Ленинского района Перми, представителей управляющей организации, фонда капремонта, подрядчиков и МЧС. Здесь протечки потолка из-за дырявой крыши. В этом году они были особенно сильными, протекло все до 4-3 этажа. И произошло обрушение штукатурки и гипсокартона. На кухне у нас гипсокартоновый потолок в двух комнатах и, собственно, на кухне. Страшно жить! Собственно, из-за ветхой кровли и полуобвалившихся потолков в здании затеяли капитальный ремонт. Однако в ходе работ заметили еще один существенный недостаток – трещина на фасаде с 1-3 этаж. Руководитель подрядной организации сказал, что оценивать повреждения будет специальная экспертная комиссия. На сегодняшний день мы работаем по плану, продолжаем работать. Без внесения там изменений в проектную документацию, без остановки работ. Вот. Ну, естественно, решение по этой трещине будет проведено на уровне заказчика фонда капремонта, на уровне администрации Пермского, города Перми. Соответственно, как будет техническое решение здесь, мы эту трещину устраним. По словам местных жителей, кирпичная кладка треснула не только со стороны фасада, но и со стороны двора. Ширина щели местами размером с кулак. Люди уверены, что власти должны принять самые серьезные меры для устранения возможных опасных последствий. Я думаю, сейчас нужно принимать самые решительные меры для того, чтобы не допустить того же самого, что произошло на Куйбышево. Это основной момент, на который сейчас администрация должна обратить внимание. Жители уже подготовили обращение к губернатору, потому что никто не хочет сидеть и ждать у моря погоды. Потому что мы сейчас не знаем, обрушится здание или нет. В администрации Перми нам сообщили, что вопрос по дальнейшему проведению капитального ремонта фасада дома рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Ленинского района. Вывод – жильцам опасаться нечего. Специалистам управляющей организации поручили держать ситуацию на контроле. Управляющей компанией, обслуживающей данный дом, были установлены маячки для отслеживания динамики изменения трещины. Каждый день будет проводиться мониторинг. Ситуация находится на контроле администрации района и фонда капремонта. В ближайшее время будет проведено инструментальное обследование дома с целью установления причин появления трещины. В данный момент жителям дома ничего не угрожает, расселение людей не требуется. Специалисты фонда капитального ремонта считают, что бить тревогу необходимости нет. По их словам, работы будут идти по установленному графику и составленной документации. При этом никакие мероприятия по усилению конструкции изначально проектом не предусмотрены. Не выявлены опасности обрушения. То есть идет мониторинг. Проектная организация рассматривает типовые решения. То есть они тоже были вчера на месте, смотрели. Пока на сегодняшний день что-то говорить рано. Я думаю, что к концу недельки что-то будет, ясность какая-то. Отметим, что здание по адресу Комсомольский проспект 31А построили в 1957 году. Одновременно с тем самым 103-м домом по улице Куйбышева. Подъезд в нем рухнул еще 4 года назад. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.